Теремок ТВ представляет. Машинки. Сериал для мальчиков. А про какую машину сегодня будет история? Про пожарную машину. Пожарная машина – это большая машина. У пожарной машины большие колеса, чтобы можно было проехать там, где другие машины проехать не смогут. У пожарной машины есть шланг, чтобы тушить огонь. У пожарной машины есть длинная-длинная лестница, чтобы спасать из пожара. И у пожарной машины есть сигнал и сирена, чтобы предупреждать всех о том, что она торопится на пожар. И что, другие машины должны уступать ей дорогу? Обязательно! Ведь если где-то начался пожар, то пожарной машине надо ехать туда как можно быстрее. При пожаре звонить 112. А что, если пожарная машина не успеет вовремя приехать? Этого нельзя допустить, ведь огонь – это очень опасно.
нравится пожарная машина. Она такая классная. И пожарные очень любят свою машину. Моют ее, чинят и, наверное, ездят на ней в выходные за город. Играть в машинки. Можно построить для них из кубиков целый город. Хватит смотреть мультфильмы. Чем сидеть перед экраном, лучше играть в любимые игры. Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, а про какую машинку ты расскажешь сегодня? Про снегоуборочную. Снегоуборочная машина – это машина, которая убирает снег. У нее большие колеса, чтобы не застрять в снегу, и большой железный отвал, чтобы его разгребать. Кузове у снегоуборочной машины песок или специальный порошок. Машина посыпает им дорогу, чтобы та не леденела. Да, без снегоуборочной машины зимой в городе никуда. Не только в городе, дружище. Внимание встречающим. Борт Санкт-Петербург-Москва прибывает через... Вот прямо сейчас прибывает. Ah!
Бывает снега так много, что одна машина не справляется. Но, к счастью, снегоуборочные машины всегда приходят друг другу на выручку. Кататься на снегоуборочной машине. Ходят слухи, что иногда на ней катается кое-кто бородатый. Хо-хо-хо! Ребята, хватит смотреть мультики! Лучше гулять вместе с друзьями! Зимой можно кататься на санках и играть в снежки! Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, лучше бы мы еще поспали. Сегодня мы поговорим о машинах, которые просыпаются очень рано. Зачем рано? Выходной же. А как же свежий и ароматный хлеб? Кто привезет его в магазины? Грузовые машины. Точно, Коля. У грузовика есть кабина для водителя и кузов для груза. А еще у него мощный мотор, чтобы этот груз везти. На грузовике. О, было дело, когда в цирке работал. А если грузовик сломается или застрянет по дороге? О, это очень плохо. Ведь тогда водитель не сможет доставить груз вовремя. Ой, в такой луже любой грузовик застрянет. Военный грузовик не застрянет. Ha ha ha!
Некоторые грузовики умеют поднимать кузов, чтобы высыпать груз. Такие грузовики называются самосвалами. Стоять позади работающего самосвала нельзя. Водитель может тебя не заметить. Смотри, Браво! Теперь у нас настоящий парад! Это называется автоколонна. Цирковая автоколонна! Конечно. Но начинать нужно с одной. Ребята, а вы давно были в цирке? Хватит смотреть мультфильмы! Попросите родителей сходить с вами на настоящее цирковое представление! Машинки. Сериал для мальчиков. Ой, а это что за машина такая? Это минивэн. Мини, значит, маленький? О, он совсем не маленький, Коля. Минивэн – это очень просторный и комфортный автомобиль, поэтому в нем очень удобно путешествовать. У минивэна три ряда кресел, поэтому в минивэне может поместиться до 8 человек. Задние сиденья можно сложить, тогда будет больше места для вещей. Мне кажется, парусник уже никак не поместится. Если что-то не влезает в багажник, это можно закрепить на крыше. Садясь в машину, никогда не забывайте пристегивать ремни. Ведь это может спасти вашу жизнь. Когда едешь на машине очень долго, то кажется, что дорога стала бесконечной. Чтобы не заблудиться, в путешествии необходима карта, а еще лучше навигатор.
Поверните налево. Поверните направо. Поверните налево. Поверните направо. Нет. Поверните налево. Нет, опять я ошиблась. Вы сбились с маршрута. Возвращайтесь домой. Поверните направо. Поверните налево. Поверните направо. Ой, похоже, они заблудились. Это все из-за наводнения. Коля, смотри, они приехали на семейный музыкальный фестиваль. Поверните налево. Через 2 километра поверните направо. Прабу, так у тебя тоже был минивэн? Было дело. Мы с моим минивэном столько всего пережили вместе. Когда-нибудь я расскажу тебе о наших приключениях. Друзья, а вы не слишком долго сидите перед экраном? Мне кажется, на сегодня мультфильмов уже достаточно. Лучше отправиться в путешествие, настоящее или воображаемое. Для мальчиков. Биби. Ой, Прабу, у меня поломка. Прямо на дороге? Тогда нужно вызывать эвакуатор. Эвакуатор – это особая машина, которая может перевести другую машину, например, с места поломки к месту починки. У эвакуатора есть платформа для перевозки автомобилей и кран для их погрузки и разгрузки. Значит, эвакуатор спасает поломанные машины. Не только. Эвакуатор очень важен для города. Иногда водители неправильно паркуют свои машины и мешают этим другим участникам движения. Hello!
Автомобиль нарушителя увозят на штрафстоянку. Забрать его можно, заплатив штраф. Алло. Похоже, у водителя эвакуатора сегодня родится малыш. Так он пропустит рождение малыша. Единственный выход – разобраться с пробкой. А для этого нужно устранить ее причину. Что теперь делать, Прабу? Старая городская вентиляционная шахта. Или старая ветка метро. Или старая городская канализация. Или старинный подземный ход. Шляпу. Конечно, бери. И тут на улице оказалась огромная шляпа. Хорошо, что поблизости был эвакуатор. Друзья, не пора ли отвлечься от мультиков и проверить, хорошо ли припаркованы ваши вещи? Может быть, самое время сделать уборку? Сериал для мальчиков. Ого, в нашем городе теперь растут пальмы. Ну да, лето же. Да, лето — это здорово. Жара, солнце. Правда, летом на дороге много пыли. Поможет справиться поливальная машина. Поливальная машина – это служебная машина.
У нашей поливальной машины есть большой бак с водой, водяная пушка и разбрызгиватели. Она заботится о том, чтобы дороги были чистыми. От жары в пруду испарилась вода. Киту никак нельзя без воды. Поливальная машина поможет ему. Но ведь вода в поливалке кончится раньше, чем жара. Кита нужно срочно перевести в море. Сдвинуть дерево не получается. Что делать, Прабу? Используем водяную пушку на нашей поливалке. Хорошо, что на свете есть поливальные машины. Друзья, хватит сидеть перед экранами. Лучше поиграйте со своими машинками.
Машинки. Сериал для мальчиков. Ого! Как громко! Интересно, что это за машина? Правда, это не машина, это трактор. Трактор? Это тоже машина, Коля. Просто особенная. Ой, ой. Ага. Ага. Ой, 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 ой. Трактор не умеет быстро ездить, зато это очень сильная машина. Если прицепить к нему плуг, трактор легко вспашет землю. Ага. А если прицепить специальное оборудование, трактор сможет засеять целое поле и даже убрать урожай. О! Подальше от города, в какое-нибудь красивое место. Не переживай, Коля! Трактор очень сильный! А еще посмотри на его колеса! Они широкие и со специальными грунтозацепами, чтобы цепляться за землю. Можно построить плот. Точно! Давным-давно, когда машины еще не изобрели, так против течения реки поднимали корабли. Только вместо тракторов использовали лошадей. Ой, ой! Ой, ой! Ага!
деревне? Да, жил. Конечно, удобств там меньше, зато природа ближе. А хочешь, мы прямо сейчас в деревню махнем? Конечно! Поехали! Я с утра заправил машину, бензина хватит. Ребята, а вы давно были на природе? Выключайте экраны, берите родителей и скорее на свежий воздух! Там столько интересного! Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, ты плохо припарковался. Мне совсем места не осталось. Это потому, что у тебя слишком длинная машина. Обычная машина. А что, бывают и меньше? Конечно. Одна из самых маленьких машин на свете называется Smart. Smart очень маленькая машина. У нее только один ряд кресел и помещается всего два человека – водитель и пассажир. Так что можно сказать, что Smart – это машина для двоих. Давно, а? Она выглядит как игрушечная. Несмотря на свой маленький размер, Smart – самая настоящая машина. У Smart есть свои преимущества. Его маленький размер позволяет легко найти место для парковки. Буги-буги-буги-буги. Прабу, я не понял, что он такое сказал? Знаешь, Коля, быть большим еще не значит быть добрым. А на глупые шутки лучше не обращать внимания. Буги-буги-буги. Ой, смотри, опять эта большая страшная машина. Кажется, Коля, что это признание в любви. Как здорово! У них будет свадьба! Этот негодяй похитил его невесту! Чтобы догнать такую быструю машину, нужно придумать хитрость. Mm-hmm.
Я понял, на самолете он обгонит большую машину и сможет вернуть себе свою невесту. Что они делают? Это настоящая дуэль! Кто первый струсит, тот и проиграл! Маленькая машина победила большую и страшную. Маленькие машины во многом уступают большим и сильным, но не в смелости. Друзья, признаюсь вам, иногда мне трудно оторваться от мультфильмов. Они такие увлекательные, но лучше, чем сидеть перед экраном, играть в машинки или другие интересные игры. Машинки. Сериал для мальчиков. Ну где же он? Куда он пропал? Коля, ты что-то потерял? Потерял игрушечного пса. Похоже, дружище, тебе нужна помощь. И поможет тебе полицейская машина. Чтобы полицейский знал, кого искать, нужен портрет, ну или рисунок. А, сейчас! Полицейская машина очень красивая. На борту у нее синяя полоса. На улице ее сразу все узнают. Полицейская машина патрулирует улицы города. Если кто-то потерялся, она поможет найти. Значит, полицейские ищут потеряшек? Не только. Полицейские следят, чтобы в городе был порядок. Найти потеряшку не так-то легко. Да, город большой, и нужно заглянуть в каждый уголок. Смотри, смотри, кому-то еще нужна помощь. Не волнуйся, Коля, полицейская машина поможет всем. Thank you.
Они воруют конфеты! Пристегнись, Коля! Включаем сирену! Сейчас начнется погоня! У полицейской машины есть сигнал и сирена, чтобы на дороге ее все пропускали. Нет, только не шкурка от банана! Эх, теперь грабители смогут скрыться! Самое время вызвать подкрепление по рации. Ага, попались разбойники. А вот и пес. Нашелся! А где же конфеты? Полицейская машина всем помогла. Внимание, внимание! Соблюдайте порядок! Есть соблюдать порядок! Ребята, хватит смотреть мультфильмы! Побежали скорее гулять! Но только чур не теряться! А настоящие деревянные машинки вы найдете на сайте cars.flyany.ru. Машинки. Сериал для мальчиков. Коля, ты чего остановился? Бензин кончился. Нет, нет, не кончился. Ты не волнуйся. Если что, бензин тебя ждет на заправке. На заправке есть свои правила. Во-первых, чтобы не возник пожар, нужно заглушить двигатель. На колонке нужно взять устройство, которое называется пистолет, и вставить его в бак. Еще на заправке можно купить нужные в дороге вещи или сходить в туалет. Иногда машину помогают заправить работники заправки. Тогда в знак благодарности водители дают им монетку. Из-за того, что папа перепутал машины, другой водитель принял его за работника заправки. Всякое в жизни случается. Главное, не терять чувство юмора. Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, давай лучше в машинки поиграем. Такой ливень. Концерт, наверное, отменят. Коля, музыканты играют при любой погоде. Помню, был один случай на пароме. Иногда машине нужно пересечь озеро, реку или залив. А моста нет. Тогда на помощь приходит паром. Машины заезжают на паром по специальной откидной платформе – аппарели.
заезжать на паром необходимо по очереди, чтобы ни одна машина не упала в воду. Машины на пароме ставят не как попало, а ровно, как на парковке. Так на палубу помещается больше машин. Водитель обязан покинуть машину для безопасности. Коля, ты готов? Концерт скоро начнется. Нам пора выходить. Теперь ты не промокнешь. Спасибо, дружище. Машинки. Сериал для мальчиков. Бип-бип. Посторонитесь, я опаздываю на футбольный матч. Коля, ты плохо припарковался. Теперь никому не проехать. А как надо? Парковаться надо на парковке. Парковка – это специальное место, где можно оставить свою машину. Иногда на въезде и выезде с парковок устанавливают шлагбаум. Дорожки на парковках узкие. Чтобы машины не сталкивались, делают указатели, куда можно ехать. На парковке есть специальные места для инвалидов. Обычным водителям занимать их нельзя. Отлично! Может, теперь пойдем на улицу, мяч погоняем? Давай, супер! Коля, а ты знаешь, как машинки переезжают железную дорогу? О, давай лучше играть в летающую тарелку. На железнодорожном переезде? Железнодорожный переезд – это очень опасное место. Здесь пересекаются пути машин и поездов. На железнодорожном переезде не стоит торопиться. Если шлагбаум закрывается, сразу остановись. Поезда ходят очень быстро, и пытаться проскочить перед поездом ни в коем случае нельзя. Хорошо, что все обошлось. А тарелку я лучше на кухню отнесу.
Теперь понятно, почему на железнодорожном переезде такие строгие правила. И нарушать их ни в коем случае нельзя, даже если происходит что-то ужасно важное или интересное. Машинки. Сериал для мальчиков. Почти все гвоздики собрал. Остальные потом пылесосом достану. Гвоздики для деревянных машинок не опасны. Но водителя настоящей машины такой гвоздик может вынудить провести весь день на обочине. На такой случай в машине должно быть запасное колесо. Конечно, но поменять колесо – задача для девушки-водителя не из легких. Может, ей кто-нибудь поможет? Ого! Надо быть сильным. Это ты правильно подметил, Коля. Не пропустить ни одной новой серии легко. Подписывайся на наш канал, показывай мультфильмы друзьям и пиши, что понравилось в серии.